конечно. Вот Алексей Наумович. Уходящему в горы известна дорога на небо. Сквозь мерцающий, тонущий, тающий в сумраке лес. Наши древние сади походов похожи на небыль. Но уже хорошо, не на краткий трезвон СМС. Там слова, как слова, там небес синева. Там ночами заваренный чай не дает нам уснуть. Там гора, как гора, там река, как река. Мы вернемся с тобою сюда повторить этот путь. Уходящему в горы, дороги и доброй погоды, что уже не сбылось, отболел, порою соднит. Именами вершин покоренных отмечены годы, и не нам их сегодня менять на грядущие дни. Там дела, как дела, то порог, то скала. Там ночами в палатке свеча не дает нам уснуть. Там гора высока, там река глубока. Мы вернулись с тобою сюда повторить этот путь. Уходящему в горы мерещатся с детства жар птицы или рыба-луна, что плывет в необъятной дали. Но уходят года, имена, города и границы, и вершины, иные в снегу, а иные в пыли. В небесах высока догорает строка. Потому что эта штука склонна, вообще, так сказать, к улетанию. Поэтому... Но я ее закручиваю, я ее... Нет, она понятна. Она склонна к улетанию в момент, когда это самое, когда происходит перещелкивание. В этом не проблема, поскольку элемент очень ценный сам по себе. Ну все, значит, точно так же меня сейчас страхуйте по той же самой системе. Когда все закончится, отсюда выщелкиваетесь, когда страховка будет готова, и можете начинать двигаться. Страховки штурмуют небо. Им не нужно ни зрелищ, ни хлеба. Им нужно небо алмаза. Зацепившись за звездный лучик, они плавают в черной бездне. Им не нужно ни кайфа, ни жести. Им нужен волшебный ключик. Кометы, навостривши глаза и уши, подстегнут азартные души. Они ищут себе
и приметы. Сюрприз. Называется он так не случайно. По одной простой причине. Мы только что все время шли вверх, а тут, собственно, сюрприз. Нам немножко нужно вниз. Посему поэтому мы делаем сейчас следующее. Значит, мы вот эту штуку повесим вам на последнее кольцо, например. Сейчас я объясню, почему это так будет. Мешает, поэтому... Значит, проходите наверх. Как-нибудь. Да, на самый верх. Так, чтобы выше были только звезды. А? Так, чтобы выше уже только звезды были. А здесь мы делаем... Значит, вы спускаетесь вниз, а перед самым спуском вот за тот крючок щелкаете свою самостраховку. Вот. Вот-вот, прямо перед нами будет метр ниже. Вы спуститесь и сразу видите. А я вас держу сверху. Я понял. Чтобы с вами ровно счетом ничего не случилось. Хорошая прям лесенькая, поэтому все нормально. Все, можно вщелкнуться в эту открытку. Под правой ногой, под пяткой. Ниже прям спуститься в этот провал и там сидеть. Мне кажется, лучше значит, правее значительно, да. Там прям ступеньки есть. Посмотреть вниз. Смотрите просто, как я полезу. Так, можно мне немножко помягче. Потому что...
есть это дерево, его можно спокойно как угодно брать, хватать, висеть на нем. Силовой элемент, а все остальное это так. Это... Так. Да, вы пока отдыхайте. Эту веревку мне просто выдавайте. То есть ничего не надо там. Без всяких восьмерок, да, без всего. Да, дальше просто ногами. Да. Выходим на вершину. Ну что, с горой? Между прочим, час 30.